сегодня температура воздуха чуть-чуть пониже. Я еще не знаю сколько. Посмотрим в конце теста, потому что датчик у меня охлаждается медленно довольно. Вот. Ну все, переворачиваем. Так, как это ассорти у нас потечет? Лукойл люкс встал в СИ, сами видите. Встал. Вот, пожалуйста, почему в некоторых тестах лукойлы обгоняют. Я говорю, при температурах за минус 30 равинол в СИ очень сильно густеет. Это не ихняя стихия. И они поэтому одинаково текут.